Приветствую вас, друзья мои! Вы на канале Антонина Абрамкина. Сегодня у нас обзор полочек магазина «Светофор». Ну, я уже сразу вижу новинки. Вот 357 рублей плед «Аэрофост» и размер 160 на 200. Скоро у нас морозы уйдут, уже захочется более полегче укрываться. Вот такой вот хлопковый рай. И здесь у нас город Чебоксары. И даже адрес указан. Мы в прошлом году брали эти пледики. Вот, как, до сих пор пользуемся. Иногда хочется вот более легче укрыться. Ну и цвета, видите вы, цвета приятные. Вот такие. И рисунки разные. Сердечки, звездное небо. Вот, пожалуйста. Ну, раздел бытовой химии, товар повторяется, очень много бытовой химии и для всех нужд, скажем, и для стирки, и для уборки помещения. Дальше здесь у нас, хочу показать простыни вот такие вот на резиночке, 278 рублей. Вот даже вот в таком вот виде, то есть как в подарочном варианте можно подарить. Тоже цвета разные были, но их уже нет. Вот только вот такие остались кремовые. Ну и параллельно показываю предметы про вот вешалки у нас напольные. Здесь вот такие вот появились. Как вот в предыдущем виде, в другом магазине они собраны стоят. Ну вот так выглядит. Вешалка напольная 507,50. Вот. Они на колесиках, то есть можно убрать. Вот. И здесь хочу показать комплекты 745 и 1235. Вот такие вот комплекты. Ну, красивые вот всякие вот я смотрю, выбираю себе, выбираю главное. Вот покупатели подушку выбрали уже вот, то есть. А пройду? Да. Спасибо. Вот. Я задержалась, пока вы подушку выбирали. Ну и полотенце. Вот видите, здесь разновидность полотенца и размеры разные есть. Ну и брюки женские спортивные, смотрим, брюки мужские. Вот у меня здесь сестра, как всегда, мне помогает. Она уже что-то выбрала уже. Красивые тунички я отвижу уже. Ага. Ой, красивые с арбузами, яркие тунички. 186 рублей. Хлоп. А они со скидкой, да? Ярмарка, да, здесь со скидкой. Раз ярмарка написана, значит, на них их уценили. Вот. А это что? То ты внучке взяла, а это себе она взяла, да? Нет, тоже. Ага. Вот. То есть, видите, здесь как, когда с ней придешь, без покупок не уйдешь. Пока я видео снимаю, она уже вот халат на замочке с карманами. 225 рублей от 46 до 58 размера. И карманы большие. Ну, здесь у нас еще есть холодильники. Вот мороженое я вижу здесь. Заморозка. Ой, красивый какой. Это что, сорочка? Какой цвет приятный, да. Вот я как раз так люблю без этих, без рукавов. Вот я так. И, а цвет, посмотри, какой. Ух ты, красивый цвет какой. Нежный, ага. И на это сама ткань прям, да? Угу. Трикотаж очень хороший. Ладно, пойдем дальше, а то мы до бесконечности. 163 рубля сорочка. Народу не пройти, не протолкнуться. Да. И здесь у нас продолжение. Смотрим. Каталка машина 664 рубля. Вот здесь и синий, и красный есть. Просто вот народу набежало, да, не в ряды не зайти. Посмотрите, везде в рядах лук сивок. В ассортименте 2 килограмма 188 рублей. Но такой хороший лук сивок я уже купила. Вот посмотрите. Все луковички как один в один. Посмотрите, ровненькие, хорошенькие. Нету, как здесь, вы, то есть выбрасывать не будете. Если взяли, все посадите. Я уже купила значительно раньше.
Вот у меня возле батареи расстелила, лежит. И проросших нет. Вот прям весь лучок хороший. Это лукоморье. Я его вот уже показываю в каждом видео и советую. Ну, что вырастет, пока не знаю, но хранится хорошо. А сама перекинулась уже на алмазные раскраски вот здесь. 372 рубля. А какие красивые алмазные раскраски. Вот подарок. Посмотрите, какой красивый сюжет. Ир. Посмотри, какая красота. Для Сони. А собрали? Собирали. Там еще сначала красками работаешь, наносишь, а потом уже эти бусинки всякие. Ой, посмотри, вот какая красота. Она Соне, значит, купила, сама увлеклась, пошла себе еще купила. Да? Вот ты меня заинтриговала. И вот она сидит, жар-птицу. Это, я не хочу жар-птицу. Но здесь спаситель вот есть. Ну, сюжет разный. Но вот эти маки, посмотри, какие красивые. Просто обалдеть. А что же это такое? Розы. Розы, ага. На бархотке. Розы. Вот, ты держишь ее. Ну, кого интересует духовная тема, то здесь вот спаситель. Ну, то есть, увлекательно. Ну, красиво, увлекательно, говорят. Ну, здесь вот пазлы еще есть красивые, 69 рублей. Вот. Коврик есть вот, для рисования. Ну вот, сейчас пока еще можем поиграться, посидеть. Ну вот эти два сюжета, если... В общем, пойдем дальше. Смотрим здесь ряд для автомобилистов. Товар просто смотрите, что имеется. Может, вас что-то заинтересует. Каждый товар просто невозможно комментировать. Здесь столько новинок привезли. Хочется и дачникам показать, что и посуду хочется. Вот канистры разные и... Размеры разные, цены вы видите. А еще есть, много привезли всяких электро, вот удлинитель силовой. В общем, зарядники вот пусковые. Ну и, наконец, вот раздел парник легкосборный. 221 рубль вот такой вот в продаже. Размер 5 метров 80, ну так, ширина 0,8, высота 0,8 получается так, наверное. Может, не так сказал. Вот. Но здесь сетка садовая 365,50. Если кто не успел купить на Куйбышево 34 светофоре, там они, по-моему, закончились в прошлый раз, ну, может, уже привезли, то это Академгородок Димитрова 1Б, город Димитровград. Ой, подождите, Димитрова или Ленин? Ну, Димитрова, конечно, да, Димитрова 1Б. Уже запуталась в адресах. И здесь вот, если интересно, то вот здесь сетки эти есть. 365 рублей, 10 метров, 1 метр высота. Вот все хочу взять, как на машине приеду, тоже возьму. Ну, я мимо игрушек прохожу, куклы, машинки, все развлекательные предметы, книжки. Просто мы не успеем. Книг, видите, сколько привезли здесь? Целый контейнер вот стоит, еще не разобранный. Вот здесь коробку разобрали. То есть и как развивающие книжки, и почитать, и супер раскраска. Вот все вы видите. Зимние приключения. То есть для деток полно. И смотрим дальше. Побелка. Вот на побелку 51 рубль. Я тоже купила уже. Вот. Кстати, скоро поедете на дачу, не забудьте гостиницу купить непрошенным гостям, которые переночевали, перезимовали в вашем домике. 21,70, это просто необходимо. Здесь эмали, краски, и тоже белый, голубая, ярко-зеленая, золотистая, 101 рубль, вот все эмали. Скамейка перевертыш пришла. На садовые 655 рублей. Кто в прошлом году не успел купить, то это еще раз повторяю. Это Академгородок, город Димитровград. Димитрова 1Б. А, кстати, вот, да, я тебе хотела сказать. Я не дойду до этого ряда. Вот, я купила тоже датчик фонарика с датчиком движения. Это так здорово, реагирует на кошек и на собак даже. Даже не на 5 метров, как это написано, но берет радио на 2-3 метра. Вот так интересно срабатывает, проходишь, включаешься,
включается и уходишь, выключается. И заряжается от солнца. Здесь солнечная батарея, то есть здесь батареи не нужны. И будет долго как служить. Да везде хорошо. Мы же живем в своих домах, я на каждый забор сейчас приклею. Ну, мне так понравилось. Я пока экспериментально взяла, но сегодня куплю. Ну, их быстро разберут. Они были уже в продаже. Быстро разобрали, все довольны. Ну, и здесь надо показать пленка 157 рублей и пленка армированная 394 рубля. Вот я и армированную купила. Не знаю пока, куда применить, но купила. Это здесь как 10 метров его, очень много, и как пленка плотная, но и армирует, значит, будет дольше служить. Но мы дошли здесь до удобрений, и у нас здесь как смородина. Смородина 99 рублей. В прошлом году брала смородину. У меня развились хороший куст, но он уже видно, вот здесь вот он зелененький, видите, вот здесь уже и хочет вырасти. Вот. Дальше, что у нас здесь? Удобрение классическое, но здесь дальше смородина. Но все мы не пройдем, все мы не успеем. Так, фонарик с датчиком движения, он у нас здесь. И плюс ко всему еще прожектор. Вот, прожектор 21 рубль. Как? Ну и здесь вот предметы, так, аппарат для сварки пластиковых труб 615 рублей. Ну, это я уж показываю, потому что это товар был. И пойдем дальше. Посуду хочу показать. Как? Ах, вот вижу новинки. Новинки. Вот, пожалуйста, у нас здесь для деток развлечение уже. Вот такой, как его правильно называть? Пенниборд, что ли? Да не знаю даже, как прочитать слова. Ну, в общем, развлечения для деток, я думаю, это для... Ну, они такие эти сильные, как прочные. Здесь как бы качество, значит, хорошее. И если детки умеют кататься, или все-таки лето уже... Сейчас через неделю весь снег растает, так что можно уже брать. Ну, из новинок еще здесь у нас вазы. И ваза фруктовая 150 рублей. И... ваза для цветов 92 рубля. Ну вот они очень так тяжеленькие, хорошие. Скоро фрукты, ягодки появятся уже в изобилии, если есть свой участок. Вот. И здесь вот такие вазы. Вазы есть еще с гладким стеклом, вот я вижу их. И есть вот такие. А кстати, вот там что-то цветочного вида я вижу. Они... Ой, достану, нет? Но они здесь полностью вот в таком стеклянном рисунке. Вот это даже еще красивее. Вот. Так что вот так надо вытащить, чтобы видно было. Красивые вазы, но они все с разными рисунками. Так что вот новинки мы здесь видим. Так, пластмассовые изделия. Просто вот так надо показать, что контейнеры, набор мисок с крышками, набор салатников. В общем, пластмассовых изделий дофига и больше. Но... ковшики, вот сковородки, все это было в продаже и есть, и как наборы рюмок, фужеров из стекла завались. Ну вот новинку я нашла, набор для уборки, ведро прямоугольное с отжимом. Так, а вот он отжим-то. Вот. Ир, ты не хочешь такое ведро брать для уборки? Смотри. 230, да. Ну, такая, конечно, слабоватая этот, сама мочалка. Но она, наверное, заменяется вон на ней все. Вот, 232 рубля. Я все хочу такое купить. Вот. Где-то не залезешь, где-то залезешь. Вот у меня Юля пользуется, но у нее такой качественный, большой такой. Ну, и там и цена другая, здесь 232,50. Вот где не залезешь, пыль собрать. И видишь, вот так, диш. Вот, 232 рубля. Вон мне они больше здесь. Нравится, который будет. А, я такой не хочу, он громоздкий и не везде залезет. Так, ну, меня посудами не соблазняй, меня, как говорится, царицами соблазняли. У меня эту посуду уже ставить некуда, вот. Поэтому мне можешь не показывать, а то не могу держаться. Соблазнюсь ведь. А самой уже, у меня уже дети говорят, мама, не таскай нам посуду. Я говорю, а мне куда ее девать, а покупаю. Вот, ну, чайник заварочный я в каждом видео, вот сейчас в последние три видео показываю, как в подарок, если не успели подарить.
И так, то есть для обновить чайник 154 рубля. Вот, пойдем дальше. Кашпо. Кашпо вот прям просто замечательно сейчас обновить. Обновить цветочки. Вот. Пойдем дальше. Но посуду я эту уже всю показывала. Посуду у нас есть. Так, здесь еще посуда. Вот пришли тапочки женские 84 рубля. Вот разного цвета. Ну, бабуши, дедуши, все есть в продаже. И здесь есть ботинки. И ботинки уценили. А, нет, это галоши. Но ботинки тоже уценили. 349 рублей стали стоить. Они стоили 700, да, 800 рублей почти стоили. Вот. И галоши есть. Ну, я думаю, все показала. Весь товар показала. Новинки вы для себя выбрали, если заинтересовали. Вот. И поэтому я на этом завершаю свой репортаж. До новых видео, друзья. Пока.